В Новосибирске пройдет рейд по маломерным судам. Двое суток сотрудники ГИМС будут патрулировать Обской бассейн. С водной инспекцией в рейд отправилась и Елена Щербакова. Движение на воде не такое оживленное, как на дороге, но без водной полиции не обойтись. Нарушений и здесь хватает. Сотрудники ГИМС ежедневно патрулируют Обской бассейн. Несмотря на это, нередко отдыхающие набирают телефон горячая линия, сообщают о пьяных судоводителях. В этом случае водная инспекция выезжает незамедлительно. Правда, штрафы на воде в разы меньше, чем на дороге. Административное наказание – 2000 рублей или лишение прав на полгода. Однако повторно судоводители на глаза инспекторов в нетрезвом состоянии не попадаются. Людей в алкогольном опьянении на воде с каждым годом все меньше и меньше. Проводим беседы с судоводителями, они это все понимают и повторно за алкогольное опьянение не попадают. Да и документы на большинство лодок, катеров, аквабайков в порядке. Чаще нарушают правила движения на воде, мешают большим судам. Поэтому сотрудники ГИМС работают круглосуточно. Меня постоянно проверяют. А вот так вот... Почему-то я меня подозрительно же кажусь. Подозрительными водной инспекции кажутся все судоводители. По-другому порядок не навести. Цель рейда – проверка вопросов безопасности плавания маломерных судов. Это проверка документов, проверка наличия инструментария, медикаментов. Рейд начался сегодня утром. Патрулировать акваторию будут двое суток. Но и после этого владельцам катеров расслабляться не стоит. Инспекторы могут внезапно появиться в любом месте на реке или водохранилище. Елена Щербакова, Дмитрий Злобин. Новости ОТС.